костюме в бездне. Так нечестно. Ой, блин. Но я бы хотел кое-что сделать. Джек! Кто двигается? Кофин данс какой-то. Всем привет, сегодня будем смотреть новые постройки паштета. Ну, то есть кота. Так, начнем по порядку. Врубаю звук побольше, давай. Я сейчас начну с самого первого. Начнем. Pink Panther. Что-то непонятно, что такое, ну ладно, я такое не знаю. Ну, короче, что-то такое, ладно, непонятно. Так, а это что такое? Кофик, кофин данс какой-то. Что это такое? Что-то короткое и непонятное, но оно было прикольное. Не знаю, что это такое. Каких игроков танц? Танец с гробом Кузьмина. А что это такое? Мем такой. Мем? Я мем их не разбираюсь. Я только знаю свой мем про стручок. Ну ладно. Короче, что-то из мема, но я без понятия. А что такое? Индарталь какой-то. Чё-то быстрое. Чё-то быстрое и тоже не знаю. Ладно, давай дальше. Что-то про крабика. Написано тут про краба. Ладно, мне тут ничего не понятно. Давай это. А, ну ладно. Это супер айдол. Ну тут написано. А это что такое? О, вот это я уже знаю. Игра в кальмара, вот тут написано. Это все было, я не знаю, что это такое, а вот это я уже чуть-чуть знаю. Прикольно было. А что такое? О, про Амогуса есть. Я думал, про Амогуса не будет. Ну, я там вижу. Что-то длинное тоже непонятное. Ладно, оно такое длинное, я тоже не знаю, что такое. Что-то написано. Спидерман какой-то. Ладно, 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 это все я не знаю, а вот это я уже знаю, Амугус. Так, что тут еще есть? Амугус.
Ладно, а это что такое? Ой, мы одновременно что-то включили. Да, ну, раз на то пошло, то мы все сломаем. Не тыкайте, пожалуйста. Не надо, не нажимайте, нет. Нет, не нажимай, не нажимай. Не нажимай, твой гений. Не нажимай, не нажимай. А вот. Короче, тут было очень много всякой разной музыки. A few moments later. Поехали. Бум-бум-бум. Стой, надо же музыку включить, мы самое главное забыли. Побежали. Сейчас, секунду. Чё? Блин, наконец-то можно отпускаться. Это было сложно. A few moments later. Ладно, давайте что-нибудь другое. Давайте игру в кальмара. Джек! Кто двигается? Джук. Арконус, Арконус, двигался, двигался. Ну все, Арконус, ты спидбос. Ладно, Арконус, иди в начало. Так, Фарас куда-то бежит, тут стоит. Так. Не знаю, за что, ну да ладно. Так, теперь я буду убегать, а вы будете это стоять там. Все будете считать, а я буду тут один убегать. Давайте, готовы? Готовы? Да. 3, 2, 1. Начали. Включайте музыку. Не ту. Фарас, ты допустил ошибку. Не ту музыку включил. Короткую включайте-то. Давайте, 3, 2, 1. Нажимайте, включайте. Блин. А у вас-то ПВП нет. Эй, так нечестно было. Я же ничего не делал. Я же не ходил. A few moments later. Все, конец. Ну, вот такие получились у тебя музыки. Можешь загружать следующую постройку. Это твое? Нет. Хорошая у тебя постройка. У меня есть гироскутер. Гироскутер. Точно твой? А, я понял. Ты его построил, когда тебе было скучно. Так, сейчас тебе нужно камеру сзади камеру сделать и поставить тортик, чтобы прямо посередине стула. Ты должен сидеть там. Я понял, что сидеть должен. И зачем это надо было невидимые блоки ставить? Вот, поставь тортик на середину стула. Готово. Нет, ты не ставил. Правильно я все сделал.
Ну, нужно переставить там это. Расфикс... На середину стула поставить. Зачем? Кто ты? За что? Нет. Что я тебе сделал? Вообще ПВП, это тебя ахнул опять. Ахом. Нет, мне нужно отомстить. Кто это сделал? Кто? Ахом. Нет, тут есть только Фарус и... А, давай. Тебя не войдут. Бери пол. Не войдут тебе. Тебе нужно на середину стула тортик поставить. Ты тут ты наделал, конечно. Так, все, давай. Да, так. Готово. Расфиксируй. И нажимай на кнопку. Сейчас, тебе нужно надеть английский джетпак донат. Этот? Да. Блин, без донат. Нажимаешь он... на рычаг и едет. Ого. Ой, не ту сторону. Так должно быть? Да. Нет. А гарпун зачем? Прыгай, чтобы остановить. И нажми на рычаг. Не хочу. Готово. Я поехал. Поехали. Поехали. Например, вот этого хорошего кибера. Взял с собой за гарпуном. Он и сейчас... Еще, он еще по стенкам едет, он едет по стенкам. Ой, что-то кибер быстренько так... О, хотя бы последний... Ого, я кривой его поймал, как у бабочки. Оу. По стенам, да, значит? Не едет. А... Ты меня обманул. Попробуй еще раз, попробуй еще раз. И? У меня он по стенкам ездит. Есть только вот так. Вот, едет, готово. Так, за то, что ты... Он едет по стенам, все. Сделал? Да. Молодец, о, да. И правда едет по стенам. Но я бы хотел кое-что сделать. Нет! Этот ролик машины. Давай, ты еще живой. Но мы это сейчас исправим. Хочешь воду? Ах ты! Отпусти! Так нечестно! Ой, блин! Ты в любом случае не останешься в живых. А так ты мог хотя бы выжить. Я бы тебя помиловал. Нет, моя голова в камень разбилась. Заново загружай. Я еще не наигрался. Ну хотя давай смотреть. Постройку, если она еще осталась другая. О-о-о-о-о. Этот я кибер. Я тебе могу кое-что показать, или ты хочешь что-то? Давай, кое-что покажи. Так. А по мне кибер огонь открывает. Ты не тыкай, пожалуйста, на рычаг. А что это такое? Там кибер по нам стреляет. О-о-о. Это что? Почему я упал в бездну? Соберитесь мне в кучку, Почему я в бездне? Я там на стульчике сижу. А, спрыгни. Нет, я упаду в бездну, ты чё? Надо спрыгнуть. Увы, я не хочу. Нет, зачем? Нет! Ну, блин, я все равно... Надо было. У меня не было другого шанса, чтобы выжить. Берите кучку, пожалуйста, одну. Собираемся. Чё, у меня есть оружие. На случай, если нас закроют в коробке. О, конечно, тут у нас предатель. Включите все ПВП. Ёлка, слезь, пожалуйста. Ого, было близко. Соберитесь все в одной кучке. У нас тут дуэль. Вот встаньте в одной точке все, пожалуйста. Уходи сюда. Нет, ух, не надо. Пришлось мне. Ладно, иди сюда, там мы тоже стоим. Где вы? А, ясно, сейчас подойду. Очень быстро. Зачем? Так, а зачем нам вставать в кучку рядом с тобой? Надо. Стойте на месте. Не шевелитесь. Не шевелимся. Опа. Почему мы в бездне? Почему мы в коробке? Это ловушка. А, я только понял. Еще что-нибудь будешь показывать? На этом все. Вот такие интересные постройки были новые у кота. Всем пока. Пока.